Что для тебя лучше? Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Ну, удачной охоты, сталкер. Подходи, пообщаемся. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Волк, призывай. Вспомнил. Только вы снимете жизнь здесь. Конец связи. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит: доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки. Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Это, слышь, золотую рыбку мне подани, бабла кину, сколько скажешь. А то пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лук. Обалдел. Так это же, блядь, говорит, артефакт такой радиоактивный. Не, ну харе гнать, артефакт шм артефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепружу тявую, чтоб все как... Тут встать.
не бывает. Оружие убрал. Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Командир, там придурок какой-то обслуживает. Ужмем? Отставить. Не хрен на мелочь боезапас тратить. Но пусть живет. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, герой твой.
очистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Мать вашу! Спасибо, брат! Даже не знаю, как и благодарить тебя! Знает кто? И сталкер другому говорит. На днях вот в руку заходил. На огонек. И как? Ну как, должен остался. Yeah.
помазал. Музыкант из тебя еще тот. Вернулся? Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе по большому счету нужно искать своего стрелка, так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там нетронутые, прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы, явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? И если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи!